В четверг в стенах областной администрации чествовали работников культуры в связи с их профессиональным праздником. Мы понимаем, что на сегодняшний день ваша работа – это не просто профессиональное ваше качество. Это душа, это вся жизнь, за которой стоят люди. Почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» в этот день был удостоен Сергей Аксиненко, артист Академического театра имени Тургенева. Свои награды получили и другие сотрудники орловских музеев, филармоний, театров, домов культуры, творческих мастерских и школ искусств.